Добрый день! Снимаю новое видео специально для канала «Банковский». И в этом видео я хотел бы рассказать о дебетовой карточке Рокетбанка. Выглядит она вот так. Ну, в принципе, как и все карты. Единственное, у нее значок NFC сзади. Карта это MasterCard. Получаются такие карты... Ну, вы просто оформляете заказ на сайте, и к вам в назначенное время приезжает курьер, делает вашу фотографию с паспортом, вы ставите пару подписей и получаете, собственно говоря, эту карту. Преимущество данной карты, я считаю, то, что это, ну, она практически все операции там без комиссии. То есть снятие наличных без комиссии, перевод на любые другие банковские карты также без комиссии, бесплатное обслуживание. То есть большие преимущества, которых нет у многих других дебетовых карт, даже там у того же Сбербанка. Ну, все же я не встречал таких карт, на самом деле, в которых можно переводить на все банковские карты другие, ну, сторонних банков, переводить деньги без комиссии. Плюс у данной карты очень удобное приложение. В приложении вы также можете отслеживать, как у вас копится кэшбэк. Кэшбэк копится в виде Rocket рублей. Кэшбэки достаточно большие, плюс вы выбираете на каждый месяц любимые магазины, в которых вы будете чаще всего покупать. И на эти магазины вы будете получать 10%, то есть больше, чем на все остальные. Ну и помимо этого проходят всяческие акции, в которых также сдаются Rocket рубли. Что в принципе радует, достаточно выгодно и удобно. В приложении также есть техподдержка, отвечают они быстро, все объясняют, если возникают какие-то вопросы. В общем, карточка удобна, и главное, что она действительно экономична. Вы не платите комиссию за перевод, за снятие наличных. Вы в любой банк пришли, сняли и все. Через любой банкомат. Поэтому всем советую данную карточку. Тем более, получается она легко. Также вы можете ее как зарплатную использовать. С этим никаких проблем нет. Всем советую. Ссылка на карту будет в описании. Я напоминаю, что видео я снимал для канала «Банковский». Если видео показалось вам полезным, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всего доброго!